Thank you.
Простите, не велено вас найти. Но я не искала. Я просто шла и думала. И голос ваш услыхала. Мы хотели бы просить вас на кладбище. На отпевание усопшего. Погибшего. Вы как-то странно молчите. Не придете? Или вы не слушаете меня? Да? Здравствуйте. Приду, конечно. Непременно. Да вы присядьте. Я того молчу, что голос у вас слабый, тихий. И слушать вас от этого приятно. Мама, это дочь того несчастного господина, которого вчера на моих глазах раздавили лошади. Странно, будто кто приказал им это сделать. Я вот что хотел у вас спросить. Вас не беспокоит из полицейского департамента, например? Нет. Только вот жильцы сердятся. Отчего? Что тело на квартире стоит, дух от него старый. Да что вы мою комнату разглядываете? Вот маменька говорит, что на гроб похоже. Так как вы меня отыскали? Да я не искала, я просто думала о вас и голос услышала. Голос? Ах, да, это ваша маленькая сестра. Я ей адрес ей сказал. Вы меня не помните? Конечно, не помню.
следует написать прошение о том, что вы собираетесь собрать вещи, оставшиеся у покойной. Пишите подробнее. Лучше покороче. Пишите на казенной бумаге. Через ять. Вам не холодно? Вот вы первым скребете. Не нужно. Первым. Не давите так. Постарайтесь покороче написать. Чем больше в вашем списке вещей, тем меньше шансов их вернуть. Это просто. Как у извозчиков. Знаете. Меньше попросишь, целее будешь. Я в этих барах не катаюсь. Напишите так предметов 6 или 7, не более. Глупость.
Дайте же мне бумаги, в конце концов. А, да-да, конечно, на одном листе не вместилось. А вообще-то жаль, жаль. Позвольте. Вот и почерк у вас неразборчивый. Нет, бумаги не жалко, но вы взгляните. Вы сами-то перечитывали, что вы здесь написали? Или... Знаете что, вам могут не нравиться. Может быть. Мои руки. Любопытно. Ноги, ботинки, все что угодно. Боже упаси от такого. Но издеваться над собой я не позволю. Любопытно. Слышите? Не издеваться, а спасать вас надо. От этих ваших умозрительных убитых старушек. Что вы несете? Угу, не разбор. Что вы мелите? Какой почерк? Ведь, подпись ваша. Какая подпись? Ваша подпись. Ваша подпись. Ладно. Ладно.
Что, больно? Надо же. О, у вас есть 5 часов, и если вдруг вы решите покончить дело каким-нибудь фантастическим образом, то о, зачем же гадить прямо на лестницах? Будьте добры, черкните записочку. Немного, строк 20, не больше. Ну, с благих... Ой, благих начинаю. Что с вами? Ничего. Не пугайся. Пустяки. Вздор. Только зачем я тебя-то мучить пришел? Зачем? Все случилось. Что? Что с вами? Ну, пап. Садись. Вот что. Ты помнишь, я тебе в прошлый раз сказал, что, может, прощаюсь с тобой навсегда. Решил вернусь сегодня, то скажу тебе, кто Лизавету убил. Так вот я за этим и пришел. Откуда же вы про это знаете? Угадай. Видишь, я большой приятель этого человека. Он никого убивать не хотел. Он убил ее нечаянно. Так не можешь. Так не можешь догадаться. А ты посмотри хорошенько. Ну, хорошенько посмотри. Ну. Разве я мог бы? Угадала? Ты меня не оставишь. А вдруг это все-таки был я?
тогда? Встань. Встань. Встань на колени. На площади. Поклонись и поцелуй землю, которую ты осквернил. А потом скажи всему свету: я убил. Тогда Бог опять тебе жизни пошлет. Пойдешь? Пойдешь? Это про каторгу, что ли? Что мне пойти донести на себя? Не пойду. Да они сами миллионами людей изводят. Еще за добродетель почитают. Подлецы. Да и что я им скажу? Убил. А денег взять не посмел. Хотя они смеяться надо мной будут. Скажут, дурак, что не взял. Трус и дурак. Не поймут. И понять недостойны. Не поймут. Поесть надо. Ну, не ходите. Надо идти. А свет? 11 уже есть? Есть. Да, есть. Сейчас хозяйки часы пробили. Я сама слышу. Я больше вас никогда не увижу. Вам холодно? Спасибо. Какая вы худенькая. Руки как у мертвой. Я всегда такая была. Что же вы стоите? Садитесь.
Мне ваш отец все рассказал про вас. И про то, как вы в 6 часов ушли. И в 9 обратно вернулись. И про то, как Катерина Ивановна у вашей постели на коленях стояла. Катерина Ивановна в чахотке злой, она скоро умрет. Нет. Да ведь это же лучше, коли умрет. Нет, не лучше, совсем не лучше. С сестрой, наверное, тоже будет. Нет. Не может быть. Почему не может? Может. Бог такого ужаса не допустит. Других же допускает. Ее Бог защитит, Бог. Да может, и Бога-то вовсе нет. Я бесчестна. Я великая-великая грешница. Никакая ты не грешница. Если тебя называть великой грешницей, то кем же прикажешь считать меня? Грех-то в тебе, твой позор, так легко рядом со святыми чувствами уживаются. И пусть они не врут, что 1000 раз справедливее, честней, головой в воду и разом покончит. Пусть они не врут. Но ничего, ничего. Очень молишься Богу. Чтобы я без Бога-то была. А Бог для тебя что делает? Ничего. Потому что ты слишком бедна и мала для него.